Меня зовут Гип. Перестань, дай поспать. И мы первая в мире семья. Крутс. Еще одно чудесное утро. Папа всегда говорит, стая должна держаться вместе. Моя девочка. Пристегнуть ремни. Мы ищем идеальное место, которое станет нашим новым домом. Что за дичь такая? Очередной конец света. Ну все, время пришло. Глотай меня, киса. Вау! Разве не странно, что еда растет такими ровными рядами? Гениально. Я думала, пещерные люди давно вымерли. Моя рада встретить вы. Спасибо. Ой, мы Беттерманы. Беттерманы? Значит, лучшие люди. Ага, это ваш дом? Да, здоровый. Привет. Еще одна девчонка? Да. Девчонка. Подруга! У меня никогда не было подружки. И у меня. Чем займемся? А о чем поговорим? А что с нашими голосами? А почему мы с тобой не... Не уверена, что пещерные люди приспособятся к новому миру. О чем задумался, здоровяк? Это место меняет нас. Малой? Тунгу надо ограничить время просмотра окна. Тихо, дружок, птичек показывай. В мое время мы не пялились на птичек, мы на них охотились. Оставь меня в покое. Что это? Просто шрам. Каждый шрам — это приключение. А про это отец даже не в курсе. О, пальчик-чехольчик. Тебе не разрешают выходить за стену? Нет. Твоя ферма — это твоя пещера. Мы с тобой так похожи. Like видишь стену? Да. Хочешь перепрыгнуть? Да. Мы вернемся, никто и не заметит. Вы удрали гулять за стену? Беттерманы построили ее не просто так. Это не к добру. Чтобы выжить, стая должна держаться вместе. Мир полон опасностей. Я тоже боюсь за свою семью. Что там? Боевой круг! Сегодня отличный день, чтобы умереть! Народ, вы не поверите, что я наш... Прости, милый. Мы думали, ты хищник, который хочет нас убить. Никогда не извиняйся за эффективный боевой круг. Семейка Крутс. Новоселье. Стоп. У тебя украшение из ленивца? Я тоже ношу ленивца. Знакомься, Кушак. А это Фенечка. У-ла-ла. В кино с 24 декабря.